Поехали! Всем привет! Меня зовут Анастасия Носова, мне 24 года, и я актриса театра и кино. В 21 году я окончила Новосибирский государственный театральный институт, мастерскую под руководством Андрея Владимировича Бутына. Сейчас живу и работаю в Москве. Из моих профессиональных навыков я отлично пою, прекрасно двигаюсь, владею навыками фехтования, сценбоя, ну, в общем, умею делать все то, что должен уметь делать профессиональный артист. Также у меня есть опыт работы на съемочной площадке. Это сериалы из недавних моих работ. Это сериал «Жизнь по вызову» режиссера Сарика Андреасяна. И также недавно случился мой дебютный полный метр, художественный фильм «Толерантность» режиссера Андрей Грачев. Там я сыграла такую очень интересную женщину, очень она такая харизматичная, хитрая, местами беспринципная, итальянка Сандра Мелани, которая любыми способами, не всегда самыми приличными, добивается своих целей, и она такой локомотив, постоянно идет вперед, причем разрушая все на своем пути. В общем, интересная была работа. Спасибо за ваше внимание. Я буду очень рада с вами поработать. И до встречи на съемочной площадке.